Всем привет. В общем, он у меня, это паяльник второй версии, за который развернулась нешуточная эпопея. Начиналось все с того, что очень сильно захотелось вторую версию из-за ее особенностей. Но, так как санкции и всякая такая фигня, в общем, сами понимаете, заказать ее никак. Друзей в Казахстане у меня нет. Украинская карточка не работала. Ну, а в принципе, доставку в Россию они, я так понимаю, тоже не очень спешат делать. В общем, как я выходил из этой ситуации, решил превратиться в ждуна. Нашел группу ВКонтакте, которая заказывает. Там ты делаешь заказ, после чего ждешь в очереди, пока твой заказ обработают. После того, как его обработали, они заказывают на свое имя для тебя паяльник. Он приходит к ним, и только потом ты оплачиваешь доставку уже к себе. Вот. Конечно, это не очень интересно и очень долго, но в этой группе один человек заказал себе несколько штук. Ну и я успел выхватить, в общем. Теперь он у меня. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. Проверять я его уже проверял по штрих-коду на оригинальность. Осталось только перепрошить на новокрасавца и все. Да, он стал намного меньше. Укороченные жало — это супер. Даже на первую версию я буду заказывать укороченные жало. Не скорее всего, а точно. Вот такая вот штука. В чистый четверг. Ночь не спать, чтобы утром пойти и с самого раннего утра забрать его к себе. Теперь будем тестить и проверять. Но перед началом надо будет перепрошить его. Попытаться. Это такая еще лотерея. О перепрошивке второго очень мало написано. Но на 4 PDA есть небольшой форум, где можно найти и прошивку, и программу для прошивки. Ну, в общем, как-то так. Кому было интересно и полезно, заказывайте себе. Вещь стоящая, миниатюрная, практически ничего не весит. Но дарит очень много эмоций. Ну а пока всем пока. До следующих распаковок.